Я думаю, что многие из вас слышали о таком произведении, как «Вокруг света за 80 дней». Но мало кто знает, что же происходит вокруг стройки за 80 дней. Так вот, сегодня тот самый 80-й день, когда строительство по КТБ «Совэлмаш» достигает довольно больших просторов. Дело в том, что сегодня как раз тот день, когда закончен монтаж последней колонны опытно-производственного комплекса. И осталось смонтировать всего лишь 6 осей административно-бытового корпуса. Я думаю, что комментарии здесь подробные и излишние. Ребята вам продемонстрируют в этом видеоролике наглядно те работы, которые мы сможем запечатлеть. Ну и, конечно же, кадры с воздуха, которые выгодно, красиво и художественно продемонстрируют, что же у нас получилось за 80 дней монтажа. Приятного просмотра!